Выступление Вячеслава Яркина в Старом Осколе было дебютным. Еще в июне третьекурсник РУДН показывал высокие результаты на первенстве мира среди юниоров. Спустя полгода Слава опережает сильнейших взрослых тяжелоатлетов. 332 килограмма. Такой результат показал 18-летний сочинец весовой категории до 77 килограммов. Это было первое выступление в таком формате, когда были такие серьезные, сильные соперники. То есть, если мы по юношам выступали, по юниорам, мы все-таки намного сильнее были соперников, то в этот раз вот вторым стал, например, Дмитрий Хомяков, чемпион Европы среди взрослых, чемпион мира Европы среди юниоров, Размик Кунанян, бронзовый призер чемпионата Европы среди взрослых, также чемпион мира Европы среди юниоров. То есть соперники были очень серьезные. И в такой конкуренции, конечно, это честь выиграть таких соперников. И такой результат еще не предел, говорит тренер и брат юного чемпиона. Во время первого рывка о себе напомнила травма. Слава не стал рисковать локтем и выполнил максимум дозволенного. В рывке 152 толкнул 180 килограммов. Вячеслав уже в составе сборной России и готовится к чемпионату Европы. Турнир состоится в апреле в Норвегии. Сейчас основные цели – это полностью залечиться от травмы, потому что постоянно что-то болит, без этого никуда. Но хотим попасть на Европу по мужикам, шансы очень большие. Думаю, 90%, что попадание. Усиленные тренировки уже начались. Через 3 дня Слава покажет себя в Анапе на турнире Южного федерального округа, а юные воспитанники Сочинского центра по тяжелой атлетике выступят на первенстве края. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.